Привет, друзья, меня зовут Денис, вы смотрите обзоры гаджетов на канале Алло, и я нахожусь в офисе Samsung, и сегодня я поделюсь своим первым впечатлением о новых часах Galaxy Watch 3. Просто в руках подержав, повращав, покрутив меню, я могу сказать, что они классные, они крутые. Все работает моментально, все шустро, приятно вот вращать это колечко. В руке ощущается прям вот, ну, тяжело. Мощно, надежно. Давайте немного по характеристикам. Существует две модели на 41 и на 45 мм, а также есть версии с гладким вращающимся кольцом и с кольцом с зубцами. Размер экрана в младшей модели 1,2 дюйма, в старшей модели 1,4 дюйма. Эти часы оснащены GPS-модулем, так что вы можете бегать где угодно и знать, где именно вы бегаете. Они обладают защитным стеклом Gorilla Glass версии DX. Их уровень защиты IP68, и они водонепроницаемые до 5 атмосфер. Емкость батареи меньше, чем в прошлой модели. 247 в младшей модели и 340 в старшей модели мАч. Часы работают на операционке Tizen 5.5. Каждая из моделей, старшая и младшая, имеют 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт постоянной памяти. Из новых функций часы умеют замерять уровень кислорода в крови. Также прикольная штука в часах – это синхронизация их с телефоном, ну это понятно, а также с телевизором для занятия спорта дома. То есть на часах вы включаете замер сердцебиения, активности, калорийности и так далее. На телефоне вы включаете программу, которая также стоит на часах, которая синхронизируется вместе, и часы передают всю эту информацию в телефон. А на телевизоре вы видите, что в данный момент вам нужно делать: отжиматься, прыгать, и все это в одной программе на трех разных девайсах с одной информацией, которая берется от вас. То есть калорийность, сердцебиение, активность. Прикольно, интересно. А также в часах присутствует функция контроля качества сна, управление вашими PowerPoint-презентациями. Как это будет работать? Я не знаю, но это интересно. То есть, насколько я понимаю, в часах вы сможете задать время для каждого слайда. То есть, там, 5 секунд показывать этот слайд, 8 секунд, 10 секунд, следующий слайд. Интересно. Также дополнительные функции, которые пока что недоступны, но они, возможно, появятся в следующем году, либо в конце 2020 года. Это, во-первых, возможность оплаты с помощью NFC-модуля, а также замер сердцебиения и вашего кровеносного давления. Вес часов 48 грамм младшая модель, 53 грамма старшая модель. И цвета будут доступны следующие. Старшая модель – мистический черный и мистический серебряный. И младшая модель – мистическая бронза и мистический серебряный. На корпусе присутствует отверстие для микрофона, сенсор атмосферного давления, отверстие, которое замеряет снижение давления, динамик, сзади оптический сенсор сердечного ритма, внутри расположена NFC-антенна, антенна GPS и светочувствительный датчик. Поддерживается беспроводная зарядка, а в комбинации с Galaxy, например, Note 20 Ultra, вы можете заряжать часы прямо от телефона, потому что телефон поддерживает реверсивную зарядку, то есть он может отдавать заряд. Вы можете отвечать людям на сообщения прямо с часов, выбирая смайлик, либо вводя текст прямо с экрана телефона, либо же вы можете включить режим надиктовки текста. Друзья, что вы думаете об этих часах? Напишите в комментариях. Обязательно почитаем, обсудим и так далее. Если вам интересно, что же там за новый смартфон выпустил Samsung, также смотрите на нашем канале, все есть. Если вам также интересно, что же там за новые наушники, которые выпустил Samsung, также смотрите на нашем канале. До новых встреч, друзья! Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить в будущем на нашем канале. С вами был Денис на канале Алло, пока!